Пляжи, экзотика и яркое солнце круглый год. В качестве альтернативы Турции и Египту государство Оман предлагает россиянам свои курорты. Торгово-промышленная палата Самарской области пригласила арабскую делегацию рассказать о красотах заморской страны. Близость к Арабским Эмиратам, наличие Аравийского моря, пляжей, постоянные летний, можно сказать, сезон, большое количество солнечных дней, более там 300 в году, позволяет организовать практически круглогодичный отдых на территории данного государства. Представители туристического бизнеса султаната Оман предлагают оформление визы за 3 дня, чартерные рейсы, правда, пока только из Москвы, и комфортный отдых. Сейчас в Оман приезжает около 1000 российских гостей в год. В перспективе цифра может вырасти в 10 раз. Для того, чтобы самарские жители, региона посетили республику Оман, нужно создать именно эти условия. Вот сейчас они, первая разведка боем, посмотрят, определятся. И если будут созданы как раз те благоприятные условия, это виза, это чартерные рейсы, это цена, и тогда житель или любой желающий может оценить, куда ему поехать. Если переговоры между странами пройдут успешно, Аравийское море и Оманский залив могут стать традиционными местами отдыха россиян. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События.